Сегодня в Литературном музее прошла встреча с народным писателем Чувашии Денисом Гордеевым. В июне 2013 года ему исполнилось 75 лет. Денис Викторович – заслуженный работник культуры Чувашии. За 50 с лишним лет творческой работы издал 20 книг. Автор 5 романов, 30 повестей, около 150 рассказов. Произведения Дениса Гордеева включены в школьные, вузовские и учебные программы. На встрече собрались юные поклонники творчества писателя, друзья и коллеги. Школьники, знак уважения к творчеству писателя, читали наизусть стихи. Денис Гордеев считает, что писатель должен быть всегда в курсе событий и быть летописцем. Все то, что сегодня волнует нас – волнует и писателя, и прежде всего писателя, потому что он должен раньше других все это заметить, раньше других оценить, раньше других изобразить и довести до читателя. Вот это сложнейшая задача, которая стоит перед писателем.